Не ждать в очереди призывают жители Щелковского района представители молодой гвардии «Единой России». В наш век высоких технологий миновать многочасовое бдение под дверью медицинского кабинета довольно просто. Необходимо воспользоваться сервисом электронной регистратуры на портале здравмосрег.ру. С такой полезной информацией щелковские молодогвардейцы совместно с волонтерами молодежного клуба «Ровесник» познакомили местных жителей в рамках акции «Не ждите в очереди». Данная акция необходима для людей, потому что не каждый человек в наше время, к сожалению, способен найти нужную информацию ему. Вот, например, мы сейчас раздаем номера всех щелковских районных больниц. Вот многие женщины и мужчины берут эти листовки, потому что им необходима эта информация. Здесь указан сайт, на который они могут зайти и все быстренько найти. Люди подходят, когда они понимают, что мы им предлагаем, что им даем такие листовки, они активно берут для родственников, для друзей, для своих. В листовках подробная инструкция, воспользовавшись которой, можно буквально за 5 минут записаться на прием к врачу. Также активисты предлагали и другую полезную информацию – телефоны всех учреждений здравоохранения района. Сегодня у нас раздавали на улице. Все с удовольствием брали, благодарили, что эта информация очень полезна. Некоторые мамы с детьми тоже, вот как правильно записываться в поликлинику по электронной очереди, тоже нас благодарили. И прямо даже при нас некоторые уже звонили и записывались. Как оказалось, многие жители города Щелково уже знакомы с сервисом и находят его весьма полезным. Электронный сервис, это Мосрег.ру, да? Я тебе сказала. Я им пользуюсь. Конечно. Но меня очень устраивает. Во-первых, экономия времени. И выбираешь то время, которое тебе удобно. Я уже записывался в поликлинику. Очень удобно. Очень удобно? Да. Прихожу и время назначено. Ничего не жду, никого не спрашиваю, кто последний. Однако были и те, кто слышал о сервисе впервые. В основном старшее поколение, которое с интернетом пока на «вы». Ой, ничего я не знаю. Я здесь просто родилась и выросла, и знаю, куда мне пойти, и у кого спросить, и о чем. Вы знаете о том, что существует вот такой сервис электронной очереди? Нет. Не знаю. Нет. Вы никогда не пользовались? Не пользовался. В любом случае, информацию о том, что такой вид связи доступен для посетителей поликлиник, большинство людей нашли очень даже полезной. Так что ждать или не ждать в очереди решать только вам. Александра Гранич, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».